Доброе утро, друзья! 30 января 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют День Деда Мороза и Снегурочки, Всемирный день принцессы Анастасии, День красных стрелочек, показывающих на юг, День памяти святого Антония Великого, Национальный день круассанов США, День памяти борцов за независимость в Индии, День образования и просвещения в Греции, День специалиста военно-социального управления вооруженных сил Украины, День работников таможенной службы Азербайджана. Антон Перезимник, Антонина Половина в народном календаре. Знаменательное событие. В 1790 году в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка. В 1894 году Чарльз Кинг патентует изобретенный им отбойный молоток. В 1933 году состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии. В 1953 году был учрежден Всемирный день помощи больным проказой. В 2003 году в Бельгии легализованы однополые браки. Родились в этот день. В 1900 году Исаак Дунаевский, советский композитор, народный артист РСФСР. В 1923 году родился Леонид Гайдай, советский кинорежиссер, сценарист, признанный мастер комедий, народный артист СССР. В 1951 году родился Фил Коллинз, английский рок-музыкант, композитор, продюсер. В 1974 году Кристиан Бейл, британский актер, лауреат премии «Оскар». Этот день по лунному календарю. Сегодня до 3 часов 59 минут по московскому времени очень мощный день. В эти лунные сутки пробуждаются силы природы, благоприятствующие созиданию, а в человеке пробуждается сила. В этот день хорошо закладывать фундамент новых больших дел. В Древнем Египте именно в этот день проводили закладку пирамид. После 3 часов 59 минут подошел день пассивности, и провести его желательно в покое и одиночестве. Не надо начинать ничего нового, но в то же время следует завершить начатые дела. Вот такой он 30 января 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!